Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением Цири. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки. Идеальная комната для Йен. Она всегда любила простор и роскошь. Чучело единорога. Не представляю, как ей удалось привезти столько одежды. На галеон зафрахтовала, как всегда, черная и белая. Гламур. Даже закрытая баночка пахнет сиренью и крыжовником. Видно, вкусы у нее не изменились. Мегаскоп. Я смотрю на без него никуда. Как говорила Филиппа Эльхарт, мегаскоп — вещь столь же личная, как зубная щетка. Я Геральт. Ведьмак, прозванный Белым Волком, знаю. Тебя здесь уже успели обсудить вдоль и поперек. Ищешь место за столом? Я справлюсь. Пока я хочу просто поговорить. Нравится мне здесь. Еще бы. Когда я приехал с Ундвика, здесь были одни развалины. Чайки срали в кружки сквозь дыры в крыше. Я купил этот сарай, засучил рукава и сделал из него приличное место. Почему оно называется Новый порт? На Ундвике у меня был старый порт. Несколько старых клиентов до сих пор заходят вспомнить прежние времена. Чем это у вас так вкусно пахнет?
Спасибо, что уделил мне минуту. По правде сказать, я бы охотно сыграл в карты. Может, партию в гвинт? От гвинта я никогда не отказываюсь.
Идеальная комната для Йен. Она всегда любила простор и роскошь. Она по-прежнему не расстается с отравленным источником Тиса и Даврие. Не думал, что когда-нибудь решусь на такое, но чего не сделаешь для... Да. Кто для меня Йеннифер? Приблуда. Thank you.
Бран был великим владыкой. И ему нужен достойный преемник. Кажется, госпожа, ты говоришь о ком-то определенном. Беда с Келлиги в том, что здесь нет наследственной монархии. Любой выскочка может стать королем и пустить прахом достижения предшественника. Король на островах. Фигура скорее символическая. И это тоже нужно изменить. В наши времена нужна сильная централизованная власть. Я Геральт, ведьмак. Бирна, королева Скеллиги. Приятно познакомиться. А теперь ты должен меня простить. Меня зовет Дол. Отличный наряд. Благодарю. Ты ослеп. Знаешь, мне не хватало тебя и твоей искренности. Я рада, что мы здесь вместе. Пойдем, а то все перепьются. И разговаривать будет не с кем. Точно. Не знаю, чего хочет Крах, но навстречу мы должны прийти с ясным рассудком. Я не буду пить. Не хочу притуплять чувства, когда ты рядом. Ты и дальше собираешься расточать мне комплименты? Я собираюсь говорить то, что думаю. Приключений ищешь? Отбиты у черных. Еще мы везем вина из отдаленных святилищ Мелители. Интересно, что больше порадует Брана? Ваша жратва или наши трофеи? Знаешь, Геральт, меня занимает один вопрос. С чего ты вдруг отрастил бороду? Даже не знаю. Тебе идет. Ты не нарывайся, не то будешь иметь дело со мной. Госпожа Йеннифер, господин. Привет тебе, Арнвальд. Мой товарищ, Геральт из Ривии. Большая честь для меня. Мы хотели поговорить с Крахом Анкрайтом. Ярл скоро будет. Он выделил вам почетное место рядом со своей дочерью Эрис. Прошу за мной. Нас посадили здесь. Я сама его об этом попросила. Хотела познакомиться со славным ведьмаком Геральтом. Мы уже встречались, ты не помнишь? Это было так давно. Ты навещал нашего отца, когда мы с Хьялмаром были детьми. А теперь представлю наших сотрапезников. Это Хальбьорн, сын Хольгера Чернорукого. Это Лугас Синий, первенец Лугаса Безумного. А с сушеной треской сражается Одрик Анхиндер. Мы уже встречались много лет назад, но я не могу вспомнить, как тебя зовут. Эрис Анкрайт по прозванию Перепел, дочь Краха, сестричка Хьялмара. Керис завидует, потому что тот из нас, кто отличится самым славным деянием, станет королем. Все знают, что деяниями состязаются только на показ. На самом деле все будет так, как решат ваши отцы. А вы думаете, о чем еще они говорили с Крахом? Ты говоришь так, потому что сама ничего не можешь. Помнишь, как Хьялмар вызвал смельчаков бежать на гору на перегонки? Он прибежал первым и вбил свой топор в пенек на вершине. А тебя там не было. Ты грела свои цыплячьи косточки у очага. Почему ты не ответила на вызов? Не твое дело. Но я бы победила. И тогда, и сейчас. Слово о Хьялмаре, а где он? Мой брат гуляет сам по себе. Впрочем, может, повторим состязание? Я любого одолею. Хоть бы и ведьмака.
Если я возьму над ним верх, это будет настоящий подвиг. Согласны? Зависит от того, согласен ли ведьмак. Геральт? Я с удовольствием. Какие правила? Выигрывает тот, кто первым вырвет топор Хьялмара из пня на вершине. Если сойдешь с тропы, то проиграешь. А я уж думал, наблюю тут со скуки. Начнем! Пришли! Отсюда вы отправитесь на вершину вон той горы. На вершине есть дубовый пень. Кто вырвет из него топор Хьялмара, тот и победил. Я готова. Начинайте, когда я протрублю в рог. Я первая. Вот топор Хьялмара. Я выиграла у славного белого волка. Поздравляю. Вернемся. Я с удовольствием расскажу о твоей победе. Пир-то уже в самом разгаре. Мы потеряли вас из виду. Кто победил? Терес доказала, что ни в чем не уступает своему брату Хьялмару. Топор вытащила она. Быть не может. Теперь понимаю, почему Хьялмар назвал тебя перепелкой. Хватит этой болтовни, давай выпьем. Сегодня не выйдет. И у меня на то есть причина, поверьте мне. Так когда же, как не сегодня? Благодарим за компанию. К сожалению, нам уже пора. Разве? Нам надо поговорить, но не здесь. За этой дверью ты все узнаешь. Тебе не стыдно? Стыдно? С чего вдруг? Королева должна уйти в последнее плавание с королем. Так велит обычай. Что ты узнал по внутренностям зверей? Я, боги немилости, наши острова ждут тяжелые времена. Скажи мне, Лугас... Позвольте представить Геральта из Ривии, ведьмака. А это ярлы, Донор Анхинтер и Лугас по прозвищу Безумный. Называть Лугаса безумным – оскорбление для безумцев. Он обычный долбошлёп. Назови меня еще раз долбошлёпом, я отрежу тебе башку, насажу ее на кол и носу в дырку от шеи. Хватит. Время решить спор здесь и сейчас.
Вот напугал! Я уж в портки навалил! Смотри, мудло, покалечишься! Я слышал, во время перов на Скеллиге нельзя обнажать оружие. Я знаю священные обычаи. Но пусть и Лугас знает, что я не позволю опустошать Хиндерсфьяль. Не боюсь я тебя, донор. Скоро я приплыву, выдеру жриц, напьюсь из твоего кубка и насру тебе на стол. Жди меня. Вот бы обрадовался император, услышав ваш разговор. Милости просим, его императорское величество, к нам на огонек. Пусть приходит. Мы черных не боимся. Грабить прибрежные деревни вы мастера. Только настоящая война с регулярной армией. Дело другое. Гляди, какая языкастая. Иди-ка, ведьма, мешать в котле и своди чири. И не болтай о том, про что не имеешь понятия. Успокойся, Лугас. Ни одна баба не будет учить меня воевать. Я и не собиралась этого делать. Пойдем, Геральт. Думаю, тема для разговора исчерпана. Что теперь? Теперь мы нанесем визит в лабораторию Мышавура. Ты не говорила, что он нас пригласил? Он не приглашал. Я так понимаю, Мышавура там не будет? Верно. И какова цель нашего визита? Мы ищем одну вещицу. Маску Урабороса. Она нам понадобится. Пойдем, Геральт. А теперь ты расскажешь, зачем тебе маска Урабороса? Разумеется. В свое время. Я так понимаю, когда это время наступит, решать будешь ты. Угадал. Шаги. Тс, стражники. Спрячемся за гобеленом. Воробей чирикает, скворец свистит. А галка что? Галка галдит. Чиж пищит, журавль курлычет, а павлин вопит. Ястреб клекочет, жаворонок звенит, голубь воркует. Все. Соловья забыл. А, соловей поет. Еще чуть-чуть и... Так просто не откроешь. Это еще не все сюрпризы. Видишь, ворон? Трудно их не заметить. Они шпионят для Мышавура. Наверняка лаборатория где-то здесь. Кстати, я чувствую магическую ауру. Иди сюда. Мы вылезем через окно и пройдем по карнизу. Дал я зрелище и поотвратнее. Геральт из Ривии. Романтическая версия.
Какое интересное хобби. Особенно для друида. Надо думать, мышавор очень любит живую природу. Выглядит как живой. Да. В Каэр-Морхене у нас был один такой. Я тебя умоляю. Охотник в такого оленя стрелу бы пустил. Вода в миске. Это для телепроекции. Посетители разговаривают с отражением мышавура на поверхности. Ты что? Порезался. Тут заперто. Звери ожили. Берегись, Ян. Ну что, паскуда? Я чувствую. Они приближаются. Они повсюду. Сорвать не меньше. Пахнет сохнущим на солнце аллер. Что происходит? У тебя были галлюцинации. Ты начал рубить все вокруг. Мне пришлось тебя успокоить. Выглядело это, наверное, странно. Изнурительные тренировки в Каэр-Морхене окупились сполна. Ты одолел почти все чучела зверей. Ну не надо. Ладно. Мы прошли испытание чучелами. Дверь открыта. Идем внутрь. Я закрою проход. Чтобы никто ничего не заподозрил. Вот и мастерская нашего друида. Надо ее обыскать. Маска Урабороса должна быть здесь. Чудесный мир инсектоидов. Ритуальные растения. Вот, пожалуйста, литературная биография Раймонда Марлёви. Козлик из липового дерева. Здесь есть подпись. Дяди Мышавуру. Это сделала Цири в детстве. Когда он был ее учителем, она так его называла. Такой мастерской не постыдились бы даже имперские алхимики. О, бульварное чтиво. Труп из Новиграда. Автор... Саша Гади.
письмо с печатью Мышавура друидам. Он предупреждает их о тебе. Бесстыжая манипуляторша. Бессовестный интриган. Предание Скеллиги о дикой охоте. Островитяне верят, что призраки плавают на Дракаре из ногтей мертвецов. Трубка. Похоже, Мышавур заказывает себе настоящий табак. Краснолюдский. Тройной выдержки. Меч в камне. Может вытащить? Не видишь, что ли? Он зажат тисками. Палочка Мышавура. Друиды их почти не используют. Шишка. Кто бы мог подумать, это женский плод. Здесь также подробная карта королевств Севера. Сферы влияния в разные периоды. Больше не актуально. Череп ребенка? Похоже, Мышавур кладет что-то в руку этой статуи. А если вставить ему в лапу шишку? Ничего. Осмотрюсь повнимательнее, может, еще что-нибудь найду. Да.
Попробуем еще раз. Что ты, статуя, скажешь о черепе? Нет, ты не похож на нерешительного принца. Как насчет кружки меду? Статуя, не статуя, всем тоже нужна выпивка. Похоже, сработало. Мышавур любит развлечься за чужой счет. Чувствую, маска будет в этом помещении. Пришли. Вот она. Надо вернуться на пир, пока... Решетка по-прежнему закрыта, надо что-то придумать, и побыстрее. Сучий друид нас отравит. Этот газ убьет нас за несколько минут. Телепортируй нас. Подумай о чем-нибудь. Быстро! О чем угодно! Держись за меня. Помните, величайшая доблесть — сражаться с бестией, проклятой людьми и богами. Высший подвиг — подвиг на службе богини. Прекрасно сказано. Спасибо. Все запомнят твои слова. А теперь начнем. Мы проводили Брана в иной мир. Теперь выберем его преемника. Король должен быть мудр. Король должен быть уважаем. У короля должны быть яйца. Среди нас таких немало. Пусть выйдут те, что считают себя достойными трона. Сын не смог сегодня прийти. Вот его топор.
Вот его воля! Пусть победит лучший или лучшая. Что ей взбрело в голову? Она твоя дочь, разве нет? Теперь-то я знаю, зачем она сказала мне, что собирается на спикеро. Дети. Чем они старше, тем больше с ними хлопот. Значит, нельзя откладывать наш разговор. Идем. А что было с Цири, когда она вошла в девичий возраст? Я помню, какими были ее бабка и ее мать. А говорят, яблоко от яблони далеко не падает. За ней невозможно было уследить. Она всегда стояла на своем и все делала по-своему. Почему ты спрашиваешь? Она одного возраста с Керис. Но о моих детях позже. Сначала поговорим о ваших. Йеннифер говорит, что Цири попала в беду и что вы ее ищете. Именно так. Если понадобится помощь, золото, корабли, что угодно, только скажите, я дам вам все. И я точно знаю, что девушка жива. Когда проливается кровь дочерей Рианон, море безумствует, я бы запомнил такой шторм. Нам нужна твоя помощь. Похоже, Цири была на Скеллиге. И устроила взрыв на побережье. Тот, которым занимаются друиды. И взглянуть на который нам не дает Машавур. Точнее, мне не дает. Мы с ним из-за этого уже поссорились. Об этом не беспокойтесь. Друиды не доверяют чародеям. Но сердце Машавура на правильной стороне. Наверное, он просто не знает, что вы ищете Цири. Это не его дело. Я так и думал. В любом случае, Арт-Скеллиг — моя земля. И вот тебе мое позволение. Изучай все, что считаешь нужным. Спасибо. Не за что. Когда-то я принес клятву и намерен ее сдержать. Арнвальд! Передай друиду, что я должен с ней поговорить. Там же, где всегда. У меня есть еще одно дело. На этот раз касательно моих детей. Помнишь Хьялмара? Так вот, он поклялся убить великана из Ундвика и еще не вернулся из похода. А Керис тут заявила мне, что отправляется в собственный поход. Вбила себе в голову, будто Удалерик не псих. Что его прокляли. Великаны вымерли столетия назад. Кто-нибудь видел гиганта из Ундвика собственными глазами? Десятки беженцев. Великан опустошил остров, а остатки клана Тордоров я приютил на Арт-Скеллиге. Я слышала, что перед появлением великана на Ундвике стояли небывалые морозы. Это правда. Ну, так или иначе, Хьялмар решил, что убить великана и отдать остров людям – поступок, достойный короля. Сын собрал немалую дружину в Новой Гавани. Они должны были отплыть на Ундвик, а оттуда пешком добраться до Урскара. Это деревушка небольшая. И вот думается мне, что для таких молодцев охота на великана затянулась. А потому вот моя просьба. Для начала поспрашивай людей в Новой Гавани. Может... Кто что знает о планах Хьялмара? Ты хочешь, чтобы я помог Керис снять проклятие? Нет никакого проклятия. Керис решила пойти по стопам Хьялмара.
и ищет подвига, достойного королевы. Зачем в таком случае моя помощь? Ведь ты, как я понимаю, хотел меня об этом попросить? Дело в том, что я ни на грош не доверяю Удалюрику. Керрис не послушает ни меня, ни брата. Но если настоящий мастер объяснит ей, что она ошибается, то, может быть, она и опомнится. А потому прошу, объясни ей все как есть и верни ее обратно. Ты хочешь, чтобы я помог Керрис снять... Странно, что ты сам не участвуешь в борьбе за корону. Тебя многие бы поддержали. Сомневаюсь. Логос Безумный скорее поддержит нильфгаардцев, чем меня. Кроме того, мужчина должен знать, когда следует уступить место молодым. Если Хьялмару и Терес нужна помощь, я помогу им. Благодарю. Если все всех уже поблагодарили, пора браться за работу. Надо понять, Цири по-прежнему на Артскеллиге или нет. Я оденусь поудобнее и сама тебя найду. Отправляйся на юг. Аномалия, которую нам нужно исследовать, уничтожила полосу леса у берега в самом большом заливе на Артскеллиге. Славный получился пир, Крах. До свидания. И не нарывайся, не то будешь иметь дело... Мечи на спине тебе. Соблюдай наши обычаи, приблуда. Еще что? Гравировка, украшение. Расплавишь клинок и откуешь заново. Меч должен хорошо рубить, а не красиво выглядеть. Что, опять мечи ковать? Привет тебе, Белый Волк. Я ждал, что ты заглянешь. Да что там, был уверен. Да. Лучшая мастерская доспехов на всем Скеллиге находится именно здесь, в крепости Каэр-Трольде. Это все знают. Воспользуюсь случаем в этом убедиться. Осмотрись, не спеши.
С удовольствием взгляну на товары. Как думаешь, кто станет новым королем на островах? Хьялмар, ясное дело. Он отважный, щедрый. В его жилах кровь краха. Нет лучшего претендента. Я ищу кого-то, кто сможет сделать доспех мастера. Не знаю ни одного мастера, который не был бы краснолюдом. Может, Фергус тебе помог бы? Говорят, он затерялся где-то в Велине. Будь здоров. Значит, вернул? Я хочу сыграть в карты. Топор никогда не закупится.
Просто скажи это остальным. Интересно, что они скажут. Ты не нарывайся. Не то будешь иметь дело со мной. Ау! Осторожней! Тебя рано? Мой отец тоже был такой бледный, а потом умер. Приезжают тут всякие с большой земли, а нам потом... Я-то издалека таких, как ты, узнаю. Эй, эй! Никогда не затупится.